have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и мы прилегли отдохнуть, как все хорошо, как все красиво. Смотрите, я сначала немножко офигел, вот так вот через окно смотришь, и оно, вся квартира такая... Поехали посмотрим, что у нас тут, а тут у нас, наверное, и ничего. Мы просто сюда пришли, это вот два дома, которые стоят рядом. Эть. Минус бутылка. Ну, чувак, ты знал, на что ты шел? Я могу посмотреть в увеличительное стекло? Нет, не получится. Фух. Об коврике я не могу, у тебя тут поточить ничего. Ну, в принципе, у человека квартира и квартира. Смотрите. Я знаю, где даже такие квартиры есть по-настоящему. То есть, вот диван. Ну, я не знаю, насколько это кровать. Возможно, и кровать. Вон рабочее место. Вон туалет-душ, который вот, вот тут вот так вот закрывается. И вот тут где-то можно на коленке перекусить. С вас $2000 в месяц. Вполне реально. Я такие места даже знаю. Так что не мудрено вообще ни разу. Учитывая, что это какой-то кибермир будущего, где все... О, я могу когти поточить. Где все тесно и... Какая красота, как я давно когти не точил. Где все тесно и где вот так вот все налеплено друг на друге, то это вообще ни разу не удивительно, что у них такие квартиры. Нужна помощь. Нужна помощь. Данные повреждены, нужна помощь. Для скачивания требуется тело. Требуется тело. Войти в дверь. Я что-то там случайно поэтовал. Включить, найти тело. А каким образом я стоял вот здесь, и я нажимал на Q? Войти в дверь, найти... Вы же не скажете, что мне сейчас кто-то вселится в моего котика? Пожалуйста. Какой кайф. Ладно. Мы по клавиатуре попечатали. Ёшки-матрёшки. Мне это высовывать, нет? Нет, пока что нет. Что ты от меня хочешь? Вот это ты от меня хочешь? Ай, материнка чуть не прибила. И куда это? Ну, то есть я могу это, конечно, обратно все. Ты хочешь, чтобы я нашел 4 таких? Ты издеваешься? Ну, хотя что, конечно. Можно и 4. Ладно. Дай сюда. На, держи. Третий я уже вижу. Опа. Надеюсь, ничего не сломал себе. Третий. Четвертый. Где ты можешь быть? Я думаю, здесь где-то, на столе. Ну что, тут рабочие компы все... А, вот он. Нет, не вот. Да, вот он. Я в какой-то офис Нео попал, серьезно. Что? Говорят, что коты не поддаются дрессировке, а? Ну, фактически нет. Это вот люди. Людей дрессируют обычно. Это ты?
У него башка отпала. Башковитый парень. И это коробка. И куда? Ой, смотрите, там этот котик. Дальше я не прохожу. Так, ладно. А что я подобрал и куда мне это надо? Ну-ка, блин, как, погоди. Давай посмотрим хотя бы, что это такое. Нифига не понял. Но выглядит как то, что мне нужно. Может, это в ту комнату куда-то? Да. Тут тоже такой котик стоит, смотрите. Фух. It's alive. Мы с тобой два амиго на Диком Западе. Я не понимать. Сработал, я свободен, спасибо. Я с трудом поверил своим камерам. Кот в мертвом городе. Я не помню, как меня зовут. Похоже, моя память повреждена. Я очень долго был заперт в электронной сети. Я знаю, что работал на ученого, который здесь жил. Пока можешь называть меня B12. Так написано на моем корпусе. В мертвом городе небезопасно, но ты, похоже, знаешь, что делать. Пошли отсюда, следуй за мной. Not alone. Ачивочка вылезла. Не один. А следуй за мной это... Ты где? Так, камера больше за мной не следят. И вообще, в принципе, тут больше делать-то и нечего. Тут андроид подключенный. Я так понимаю, что с локациями мы закончили с этими. Хотя, никогда нельзя быть прям заранее уверенным. А, вот ты где-то, вот ты. Этот ключ отпирает дверь. Это я помню. Сейчас помогу. Взять ключ. А, то есть я буду и так руководить? Очень хорошо. Батарея садится. Подойди сюда. А, туда. Батарея, батарея. Тебе придется это надеть. Это подзарядка? Что, блин? О, ладно, это кошачий рюкзак. Он тяжелый или что со мной не так? Я еле хожу, посмотри. Этот рюкзак разработан для таких маленьких четвероногих, как ты. Неудобно? Не переживай, привыкнешь. Я оцифровал ключи и ключ положил его в рюкзак. Не переживай, привыкнешь. Чтобы открыть инвентарь... Ёшки-матрёшки. А как по нему передвигаться? Вот я воспоминания, например... А, изменить категорию 1-2. Воспоминания. Так. И воспоминаний у нас, в принципе-то, не особо. И вот эти такие же себе датчики обнаружены. Данные, данные воспоминания поблизости? Вот что мы будем коллекционировать. Я понял. Инвентарь. Ключик. Таб. Я понял. Легко и просто. Если тебя заинтересует какой-то предмет, покажи его мне.
или другим, если мы их встретим. А теперь пошли отсюда. То есть ты будешь от меня подзаряжаться, да? Мне интересно посмотреть на какие-то вещи. Подожди. Да, видите, камеры выключились. Это был он все это время. Он меня вел. Ну, я понимаю, что это логично, но вот лишнее подтверждение. Вот, прочитать. Надпись, надеюсь, это сработает. Я понял, это воспоминание? Нет, я пока что не пойму. Мне надо увидеть, как это выглядит. То есть до этого я не мог это прочитать. До этого для меня это было загадкой. Имеет ли смысл теперь повторно прошаривать всякие места, где я... Ну, я не так уж и далеко был. Но все-таки... Коробочка дергается. Ну что ж... Поехали. Вот эту фотокарточку я не могу на нее посмотреть. Ну, не фотокарточку, а открытку. Блин. Да, так, в принципе, существует еще такое выражение, как фотокарточка. Я просто ищу, возможно, что-то будет. Ладно, все, ребят, не зацикливаемся. Коготки поточить. Хорошо, я доволен, что в нашего кота никто не вселился. Я за это переживал немножечко. Что это у нас? Blue Metallic. Какое-то кино. Или музгруппа. Ну, больше похоже на постер кино какого-нибудь. Так, тут у нас винчестеры валяются. Открыть. Я понял. Да, давай. Уберите предмет. Ну, да. Два. Ну, опять же, блин, не знаю, по-моему, под клавиатуру не особо люди заморачивались, потому что переключение в инвентаре на 1 и 2 для клавиатуры, серьезно, мне это продолжает немножечко огорчать, это не делает игру хуже, это просто небольшой минус разработчикам, то что они такие просто кидают тебе предупреждение в начале игры, лучше играйте на геймпаде, не потому что в это лучше играется на геймпаде, а потому что им просто лень было заморачиваться, они сделали не совсем адекватное управление для компьютера. Немножко жаль, это не то чтобы, но это некое халтурство что ли. Я могу дальше? Нет, не могу дальше. Я упираюсь во что-то. Хорошо. Невидимые стены. О! Ладно. Краску скинули, на пианино поиграли. Все хорошо, все нормально. Ага. А как ввести код? Я понял, мне его найти где-то надо, да? Да. А зачем я фонарь выключил? 0745. Давайте попробуем вот этот 0745. Тут нет ноля. А, тогда, извините, где я должен его найти? А, вот, код. 374... 3748. Хорошо, это было логично. 3748. Это интересно, то, что нужно заглядывать, и оно не подсвечивается. Это прикольно. Это прикольно, мне это нравится, как в старых играх. У нас сейчас будет поездочка. Ух ты, ну и местечко.
Тот лифт вдали, думаю, он важен. Я знаю, что нам нужно подняться вверх. Откуда ты это знаешь? Так, тогда минутку. Воспоминания. Видите, датчики обнаружили данные воспоминания поблизости. Вот это вот меня очень сильно настораживает. То есть тут где-то есть что-то. И мне кажется, что если я сейчас уеду на лифте, то этого что-то я больше никогда не увижу. Почему-то у меня в голове сейчас вот эта фраза контейнер с этими с ингибиторами, с чем-то там он. Короче, да, с ингибиторами из... О, вот это вот воспоминание, наверное. Это диплом инженера, он принадлежит ученому, на которого я работал. Это было воспоминание? О, блин, окошко опять заглючило. Нет. Так, хорошо, ученый, инженер, все это здорово, интересно. Но это не оно. Ладно, ребят, я, наверное, на самом деле буду идти дальше, потому что, ну, это я прочитал, то я прочитал. Я просто точно не понимаю тогда или что искать, или... Напишите в комментах, кто знает, пожалуйста, по минимуму спойлеров. Это место подсвечено, исходя из игровой логики, то, что подсвечено, оно важно. Но тут у нас был рюкзак, и после этого место не перестало быть подсвеченным. А, вот это все тоже перестало уже работать. Все, тогда идем дальше. Если я что-то буду пропускать, это, конечно, жаль, потому что мне хочется увидеть всю историю, но по очень долгу топтаться на одном месте, наверное, мне бы не хотелось, потому что хочется посмотреть историю и сильно не выбиваться из атмосферы. Пам-пам-пам-пам. Хорошо, едем. А что это за зерговская плесень такая? А это случайно не вот эти роботы оттуда вылазят? Что? Оно явно автоматизировано под каких-то маленьких животных. Уп. Погоди, я помню аутсайд. Ощущение, что я был там раньше. Ты оттуда пришел? Я кому-то обещал туда пойти, но кому? Ну, наверное, своему сыну, когда был ученым. Это открытка. Рисунок на стене был сделан с нее. Давай возьмем ее. Давай. Получен новый предмет. Открытка. Отлично. Откуда мне эти воспоминания? Как они сюда попали? Пошли дальше. Это вот оно и было. Спасибо. То есть вот что мы ищем. Я бы там еще прокрутился неизвестно сколько. То есть вот оно, наше воспоминание. Это открытка R. Смотреть. R. Мы снова увидим небо, обещаю. То есть у него еще отдельная реакция на это. Так, если какое-то воспоминание будет рядом, оно, видимо, будет... Проверка данных повреждений. Да, оно будет как-то мерцать. Хорошо. Более-менее понятно теперь, что мы ищем. Договорились. Поехали дальше. Стрелочки исчезли, но, в общем-то, игра продолжает довольно неплохо вести, потому что... Я не знаю, попадем мы в некий открытый мир или нет. Как это будет все происходить? Ага, вот сюда нам. Сохраняшка прошла. Перевести. Безопасная зона.
Спасибо. В общем, мы теперь поняли, что наши коллектаблс это будут воспоминания вот этого робота. А цель нашего котика, получается, выжить в этом всем. Возможно, вернуться к своей ниндзя-братве. Ох, блин, сколько их тут. Безопасная зона, точно? Я пошел. Я пошел! Трущобы. Итак, трущобы. А вот эти ребята, насколько они агрессивны? Он меня испугал. Блин, но с другой стороны он врубил тревогу. Я, по идее, все это время должен был идти вперед, чтобы для создания пущего эффекта. Да, он меня испугался. Странно, что я могу тут... Ух ты ж, блин, это я сейчас испугался. Странно, что я могу тут передвигаться, но это выглядит как синематик эффект до сих пор. Зачем? О, привет. Секундочку. Правая кнопка мыши — это фонарь, не обязательно на двойку нажимать. Вот этих котиков подозрительно много, а вдруг мне с ними что-то нужно тоже делать, но я не вижу пока что. Есть сюда, есть... А, сюда нету. Я погорячился. Ух, это у нас сейчас как... Да, это лифт вниз, сокращение какое-то. Чувак ухромал от нас просто. Нет. А что это было за сокращение такое? Откуда? Из чего? Беги, чувак, беги! Ничего, тут людей вообще не осталось. То есть я, как биологическая форма жизни, являюсь такой угрозой? И что, мне прям к тебе подходить, что ли? Хм, похоже, этот робот нас не боится. Давай поговорим с ним, он может нам помочь. То есть меня, в принципе, немножечко заставляют это сделать. Ну, хорошо. А, что? Кажется, у них свой язык. Да это я уже заметил. Ты не зурк. Cat got your tongue. Третья ачивка. Так, не зурк. Ну хорошо. Мы не знакомы с такими, как ты. А зурки это... добро пожаловать в наш поселок. Только, пожалуйста, не ешь никого. Зурк. Почему-то это звучит не очень. Думают, что они люди? В смысле, не ешь никого? Ну, давай поговорим, я не против. Ты потерялся? Тебе что-нибудь нужно? Показать предмет? О, фотография аутсайд. Какая нелепость. Лифт не работает, все знают, что уйти отсюда невозможно. Ну, кроме аутсайдеров. Их уже не осталось, за исключением Момо. Попробуй поговорить с ним, если хочешь. Он давно прекратил все попытки выбраться отсюда. Это к лучшему. Он живет в том здании с оранжевой неоновой вывеской.
Понял. Еще и лампочка такая светится. Нажмите, чтобы попросить о помощи. Не стесняйся, вызывай меня в любое время, я всегда рад помочь. Хранитель сказал поговорить с Момо, он живет в большом здании с оранжевой неоновой вывеской. Он наша единственная зацепка, чтобы выбраться отсюда. Спасибо, капитан Очевидность, я понял, блин. Так, поговорить. Ты потерялся, тебе что-нибудь нужно? Нет, я понял, можно только показать. Я тут все ковры переточу. Ты нас так напугал, мы думали, что ты зурк. Что-то вот мне не хочется знакомиться с зурками, елки-палки. О, как красиво. С тобой не... А, ты спишь. И он спит. Ты правда думал, что поедешь на лифте? Я никогда не видел, чтобы эта штука работала. А мне завтра исполнится 34 года. Показать предмет. Прекрасная мечта. Как жаль, что это всего лишь мечта. Зачем туда подниматься? Там ничего нет. Кажется, у Момо есть несколько таких же фотографий. Ты ему показывал? Момо. Итак. А, пожалуйста, не прерывай мою медитацию странными изображениями. Опять, кстати, этот котик, смотрите, на столе. Вот это вот выглядит интересно. Наши давно ушедшие предки из крови и плоти оставили нам этот город, наш дом, их наследие. Да, короче, то, как я подумал, что людей тут вообще не осталось. Людей тут вообще не осталось. Мне туда. В принципе, да, мы туда заберемся. Давайте посмотрим, что тут еще есть. О, мячик. Так, перевести. Привет, ты торговец на рынке. Азуз. Ты даешь мне что-то, я даю тебе что-то взамен. Все очень просто. Это деревянная реликвия, свидетельство таланта наших предков. Это будет стоить 3 банки энергетических напитков, не меньше. Нет, к сожалению, это я не принимаю. Я тебе это не предлагал. Рынок. Ясно, понятно. Электрический кабель. Набор электрических кабелей, лучшие на рынке. Я обменяю это на моющее средство Супер Спирит. Это лучшее, что я могу сделать. Это ноты. Прекрасная работа очень известного музыканта. Это будет стоить 1 банку энергетическая напитка. Напитка не меньше. А во что я все это собирать буду, извините? У меня как бы, да, рюкзак, но... Нам повезло, что у нас есть предмет, который помогает защититься от зурков. Трущобы таят в себе много угроз. Подготовка самая важная. Иногда нам попадаются такие фейковые фотографии аутсайда. Это прекрасный сон. То есть, изначально первая локация у нас называлась «За стеной». Ну, внутри стены. Имелось в виду не внутри стены, а внутри стен. Есть некая стена, которая ограждает вот город роботов. Что находится за той стеной, мы не знаем. Видимо, это будет наша задача выбраться отсюда. Пицца. Нельзя не соблазниться. Офигенно, просто офигенно. Я в восторге от вообще всего, что тут происходит. Все, пора спать. Тут мягкие подушки. Тут красивый робот. Ладно, поспали, хватит. Давайте поговорим, познакомиться. Привет, я музыкант, но у меня нет песен. Голубое небо. Ха, когда-нибудь я напишу об этом песню.
Ты музыкант без песен? Или у тебя нет просто программы, которая тебе это позволит? Ну, какие? Любопытство убило кошку. Нет! У меня все управление перепуталось. Вы что? Фух. Я могу опять это сделать? Нет, все. Так, это было очень круто. Доступ к национализации закрыт из-за... А, к канализации, что это я? Доступ к канализации закрыт из-за большого количества зурков. Будьте осторожны, оставайтесь в безопасной зоне. А, стой, зурки это вон те маленькие роботы, которые на меня прыгали. Все, до меня дошло. Что-то это очевидно, но я почему-то 1 плюс 1 не сразу сложил. Сейф. Мне его сначала посмотреть надо, я понял. Так, инвентарь. Таинственный осмотреть. Пока... Вот, да, показать этому чувачку. Написано «следуй за цифрами», но это выглядит как двоичный код. Последовательность 0 и 1. Мы должны так или иначе расшифровать код. Возможно, он имеет отношение к сейфу. Да как бы невозможно, а имеет. Ну-ка. Нет, я нет, собирался. Сейчас. Та-та-та-та-та-та-та. Следуй за цифрами. Так, есть несколько... 0 и 1. Но нуля тут нету. Если 1, 2, 3, 4... Нет. Расшифровать. Может, мы можем попросить у кого-то помощь в расшифровке? Давайте. Показать предмет. Вот этот вот. Это очень странный двоичный код. Только настоящий гик сможет его прочитать. Ага, я понял. То есть сначала я такой, опа, сейф прямо, это код прямо на сейфе, а тут нет, тут нужно постараться. Хорошо, нам, видимо, сюда как-то наверх. Настоящий гик это, пожалуй... О, я думал, что я смогу отсюда забраться. А я, видимо, и смогу. Поразительно, компаньоны очень сильно эволюционировали. На первых порах их простой ИИ всего лишь имитировал человеческое искусство. Теперь все это принадлежит им. Люди часто говорили, что искусство возможно в безвыходных ситуациях. Важно в безвыходных ситуациях. Сейчас ситуация, безусловно, безвыходная. Это я воспоминаньку открыл, если что. Хорошо. Прикольно. Я искал, как там говорится, пришел за медью, а нашел золото. Нужно будет потом с людьми поболтать насчет... Так, как большая... А, вот нам туда, вон та лампа. Ну, нужно будет с ними поболтать насчет кода. Мне он нужен. Вейпора, пожалуйста, не беспокойте ее. Она тоже... Она такая же неуклюжая. А я могу опять по крышам бегать. Осторожно, мне нужно сосредоточиться, я не хочу уронить еще одно ведро. Я чувака подставил просто. Я чувака просто подставил. Ой.
Ой, не то слово. Похоже, тебе тут предстоит небольшой разбор полетов за то, что ты роняешь ведра. Я тут вообще ни разу ни при чем. О, привет. На эти круги света приятно смотреть, но я хочу когда-нибудь увидеть настоящее небо. Это очень странный двоичный код, только настоящий гик. Хорошо, понятно. Outside. Момо сказал, что когда-нибудь он отведет меня туда. Ты знаешь Момо. Это прикольно. Оп. Оп. Это мы... Во, это мы уже у Момо, получается, да? Я же могу туда запрыгнуть, ну вы чё, вот. Не бей телек. Типа он скажет, я расскажу, если вы поможете мне запустить телек. Аутсайдеры. Ясно, понятно. Чувак, это такой ритуал знакомства. Я прихожу и точу у тебя когти. Не обращай внимания. Я могу мячик погонять, да? Кью? Я могу ему обои задрать. Да ладно. Это гениально. Так, а тут у тебя что? И зачем? Не, погоди, погоди. Это не просто так все. Стой. И где это сейчас? Ноты! Ноты! Точно! Это Petit Vals. Я бы с удовольствием это послушал. Это нужно музыкантке отдать. Я понял. Но ведь тут есть еще что-то. Я же практически уверен. Там что-то светится. Или светится с другой стороны. Возможно, это светится с другой стороны. Так. Город имеет цилиндрическую форму... Погоди, а как мне... А, вот так. Город имеет цилиндрическую форму диаметром около 450 метров. Над нами есть еще один уровень. У города как будто есть потолок. Если верить моим книгам, за ним скрывается большое голубое небо. Собственно, да, да, чувак, ты прав. Ты прав, я его даже лично видел. Давайте еще поисследуем квартиру. Любопытство убило кошку. Опять? Я жалею, что я это сделал. Я честно жалею, что я это сделал. Я не знаю, может быть, есть какая-то ачивка, просто за первое применение ачивка была. Может, дальше тоже есть. Ой, я тебе книжки немножко рассыпал. Блин, ну, типичный код, что поделать. А в спальне у тебя что? Back home, обратно домой. Это воспоминания? О, обратно домой 2, я помню эту видеоигру. Это видеоигра? Мне кажется, ее разработали незадолго после моего создания. Плохо помню. Мы с ученым много в нее играли. Было весело. Я скучаю по нему. Почему я не могу вспомнить его имя? То есть, я так понимаю, вот эта вот серая полосочка, это количество воспоминаний, которые есть в этой, на этой территории, в этой зоне. И мне их тут нужно искать. Все, я понял теперь, как это работает. Давай знакомиться. Бесполезно. Зачем я их отпустил? Теперь я совсем один. Эй, ты, чё тебе надо? Показать предмет. Это фотография аутсайда? Ты хочешь туда попасть?
Даже не пытайся, это пустая трата времени. Это принесет тебе только одиночество и разочарование. Мои друзья тоже об этом мечтали, но теперь они пропали, и я остался один. Я не знаю, где они. Я пытался с ними связаться, но этот приемопередатчик не работает. Мы с друзьями вели запись наших исследований у сайта. Вот, возьми мои. Вот, возьми мои, если действительно хочешь туда пойти. Получи новый предмет. Записная книжка Момо, один из четырех. Кстати, интересно. Теперь ты сам по себе. Я завязал с аутсайдом. Удачи. Мама выглядит очень грустным. Он скучает по друзьям. Давай посмотрим записную книжку, которую он нам дал. Давай. Манифест аутсайдеров. Угу. Мы должны попасть в аутсайд любой ценой. Мы должны защитить наших братьев и сестер. Мы должны держаться подальше от зурков. Клементина Сбалтазар, точно, Док и Момо. Похоже, имя Момо было добавлено позже. Думаю, нам нужно найти другие записные книжки. Ну, 4 книжки, 4 человека, я понял. Ну, 4 робота. Погоди. Привет, маленький кот. Все еще ищешь бесполезные записные книжки? Слушай, дружище, мне вот это вот интересно. Но ты, к сожалению... Погоди. А, мы отдали открытку. Я понял. И при этом получили записную книжку. Все, вот. Это очень странный двоичный код, только настоящий гик. Кто же у нас настоящий гик-то? Я думал, что это будешь ты. О. Тут я еще не драл когти. Я тебя понял. Так, хорошо. Это символ на стене совпадает с символом на записной книжке. Да, согласен. Нам, возможно, туда. Похоже на зацепку. Так, секундочку. Мне говорят, что совсем недавно была последняя контрольная точка. Я думаю, что на этом, ребятушки, нам нужно заканчивать сегодняшнюю серию. Я думаю также, что вот это будет наш формат в районе 40-45 минут, потому что полчаса это явно мало, учитывая, сколько много я хочу тут посмотреть. Попробуем таким образом. Ну, на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, попра. Всем оладушек. Всем покеда.